Варикап – это полупроводниковый диод, работа которого основана на зависимости барьерной емкости PN-перехода от обратного напряжения. Варикапы применяют в качестве элементов с электрически управляемой емкостью в схемах перестройки частоты колебательного контура, давления и умножения частоты, частотной модуляции управляемых фазовращателей и другие. При отсутствии внешнего напряжения в PN-переходе существует потенциальный барьер и внутреннее электрическое поле. Если к диоду приложить обратное напряжение, то высота этого потенциального барьера увеличится. Внешнее обратное напряжение отталкивает электроны вглубь N-области, в результате чего происходит расширение объединенной области PN-перехода, которую можно представить как простейший плоский конденсатор, в котором окладками служат границы области. В таком случае, в соответствии с формулой для емкости плоского конденсатора, с ростом расстояния между окладками, вызванной ростом значения обратного напряжения, емкость PN-перехода будет уменьшаться. Это уменьшение ограничено лишь толщиной базы, далее которой переход расширяться не может. По достижении этого минимума с ростом обратного напряжения емкость не изменяется. Основными параметрами варикапов являются емкость варикапа, коэффициент перекрытия по емкости, это отношение общих емкостей варикапа при двух заданных значениях обратного напряжения. Добротность варикапа – это отношение реактивного сопротивления варикапа на заданной частоте к сопротивлению потерь при заданной емкости или обратном напряжении, и рассеиваемая мощность варикапа. В ассортименте представлены импортные варикапы производства NXP Semiconductor BB-133, BB-135, BB-149. Отечественные варикапы представлены 109 серией – это КВ-109А, КВ-109В и КВ-109Г. Другие серии доступны на заказ. Более подробную техническую информацию о варикапах вы сможете найти на нашем сайте или в каталоге.